Накануне стартовал всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». Это первое музыкальное состязание, в котором участвуют исполнители со всей страны, от Калининграда до Чукотки. Конкурсанты представляют все 85 субъектов России. От Ямала выступает коренная жительница нашего региона Елена Лаптандер. По словам организаторов, особенность шоу – необычайно широкая палитра жанров – от блюза, рока и популярной музыки до народных напевов. В первом раунде участников отбирают только жюри, но уже на следующем подключаются телезрители. Именно они путем смс-голосования смогут возвращать в шоу тех исполнителей, которых, по их мнению, незаслуженно отчислили судьи. В полуфинале и финале все решает только аудитория. Как сообщает пресс-служба губернатора, все средства от сообщений, полученных во время голосования, пойдут на благотворительность.